Вам звонят из банка и сообщают, что на ваше имя оформляется крупный кредит? Служба безопасности кредитной организации уточняет, вы ли в данный момент оформляете кредит. Естественно, вы опровергаете эту информацию. После чего мнимый сотрудник службы безопасности сообщает, что необходимо оформить так называемую зеркальную заявку на этот же самый кредит, чтобы злоумышленнику отказали, а сама зеркальная заявка будет тут же закрыта. Не поддавайтесь на уловки мошенников, закончите разговор. Работайте только с официальными сотрудниками банка, совершив уточняющий звонок по номерам телефона официально опубликованных или лично совершите визит в ближайшее отделение банка для консультации. Будьте бдительны, о всех фактах подобного мошенничества сообщайте в правоохранительные органы и не передавайте злоумышленникам никакой ценной информации или средств.